В Екатеринбурге на улице Стрелочников 4 посредь бела дня в автобусную остановку приехал серый корейский бездорожник Сан Йонг 2008 года выпуска. Он пронзил сидячие места строго перпендикулярно дороге, как будто бы разгонялся не по Стрелочников, а поперек трассы. Остановочные железяки и деревяхи разлетелись на фрагменты, но в целом конструкция устояла. И как вот тут не порадоваться за хозяина магазина «Цветы», вмонтированного в этот торгово-остановочный комплекс. Тяжелый бездорожник прошелестел в нескольких сантиметрах от торжища и не нанес ему ни капелюшечки урона. Кто-то знающий из числа местных скажет: «Да ладно, Цветы, за несколько секунд до наезда на остановке было полно народу». Ну, несколько человек-то, по крайней мере. Но они, на свое счастье, успели залезть в автобус и уехать. А очень скоро случился ремейк фильма «Прибытие поезда». Ну, такая корейская версия, ну, допустим, «Прибытие поезда в Пусан». Имеющий уши да слышит, имеющий еще и глаза да по-любому смотрел. Но в Екатеринбурге, в отличие от зомбо-ужаса, обошлось без жертв. Даже сам виновник замеса здоровьем не повредился. Но, видимо, в силу того, что был в непотребном виде, счел за благо с места ДТП ретироваться.